Вы могли увидеть бы эту часть немного ранее, но, эх, дались мне эти чертовы ножи. И я их заполучил. 20 часов геймплея и заодно неплохо так пофармил. Смотрите, 10 тысяч. 10 тысяч это то, что нужно. Это тот запас, который поможет нам скупать необходимые вещи в локации, которая у нас будет по пути к новой локации и в новой, если там будут магазины. Друзья, клан Кихиру, проходим с вами дальше. Мы сейчас в вонючем подземелье. Отличное, отличное лока для всего. И для фарма, и по внешнему виду она мне очень нравится. В общем, подземелье пока что остается для меня лучшей локацией. Посмотрим, какие будут дальше. А вот, и да, мы идем выполнять следующие квесты, идем сегодня в новую локацию. Так, но здесь есть одна маленькая граппа, которую нужно подобрать. Она у нас вот там, да, двигаемся сюда. Вот, ножи, собственно, да, я купил. Можно их видеть, вот они уже есть в инвентаре. Так что у торговцев подземелья скуплено все. Так. Не забываем, что у нас появилась способность. Способность перемещения, как у ниндзя. Вот такая. Довольно крутая. С ее помощью можно легко доставать многие предметы, для которых, для взятия которых нужно было использовать сначала нам либо вот эту книгу, уменьшающую гравитацию, либо еще что-то. Можно, собственно, и от выстрелов укрываться. Так. Ну-ка, понюхай. Вот так. Вот здесь, в уголке, бутылка граппы. Так, сейчас, момент. Good. Good. Собирай. И с помощью крота мы с вами отправимся сейчас в деревню. Так вот, еще по поводу локации говорил. Мыслей много и всегда хочется всем с вами поделиться. Мы здесь и секретное оружие нашли, и не помню, сказал я об этом или нет. И босс тут оказался простым. Я его не только с первого раза прошел, и еще и... Ух ты, повезло. Еще и не использовал на нем никакие предметы. Такие редкие, которые упрощают весь процесс. Надо обязательно будет восполниться. Вот на четвертом, кстати, уровне имеется. Ай-яй-яй. Сделала мне просто прорезь меж глаз. Сделала бы, не будь у меня ведра. А ведро поможет нашему герою достичь успеха определенно. Мне, кстати, очень нравится вот этот предмет, который дает вонь вокруг нас. Она действительно помогает. Так, здесь можно... Я думаю, взорваться, да? Да, надо осторожно. Вот так. Что у нас и жизни-то на один такой взрыв. Нужно очень осторожно. Пока идем, еще монеты фармятся. И это отлично. Летающие привидения с одного удара вычеркиваются этим оружием. Очень хорошо так. Оп-оп. Ой, хорошо набросил. Аж янтарное пиво выбил. Хотела врасплох застигнуть. Врасплох расстегнуть. Не надо мне ничего расстегивать. Так. Так, а вот здесь как раз это стреляющее будет. Поэтому тут отлично помогает рывок. Не АА, а давай, ты уже отдохнул. Восполнены, теперь идем к кроту. Он у нас на третьем уровне, если я правильно помню. Должен помнить правильно, потому что я тут эти уровни туда-сюда и сбегал. Ну, раза три точно.
пока добывал 10 тысяч. Заодно еще раз попроверял все стены. Вроде больше нет здесь секретов. Здрасте, монеты есть, хотите быстро передвигаться? Монеты есть, но кто понял жизнь, тот не спешит, поэтому давай. Плавно, умеренно, уверенно, в деревню. Есть еще один магазин, который мы сейчас будем выкупать. Где там? Сохранимся. Вот-вот, да, я про это же. Надо будет еще, наверное, какие-то предметы скинуть. Ну, безусловно, после того, как купим. Так. Это я уже... переборщил. Вот сюда. Здравствуй, большеголовая. Магда. Так, покупаем все. Предметы тривиальные, известные, но скупить их, конечно же, нужно. Давай сыр. Почему вот пиво, вино, грибы, другое стакается нормально в нескольких десятках, а пердящий сидр именно по 10 в одном? Есть какая-то задумка или это с сидром просто не допилили, ребята? Интересно, да? Все. У Магды нет ничего. Теперь все есть у нас. Неопохмеленная пчела так летела к таверне с кружечкой уже из последних сил. Не дал. Мне сейчас как-то даже совесть замучила. Ну ладно. Опять же. Нечего злоупотреблять алкоголем. Вот мы сейчас... разгрузимся. Смотрите, 44 уже. Ножки. Наверное, буду я его пить, но просто занимать все ячейки этим сидром. 10 у нас есть в запасе. Скинем сыр. Скинем граппу. Граппы, кстати, нормально. Она падала, как и вина. Вина еще больше. Вот вино падало, пока я там гриндил. Так, это тоже. Пиво всегда с нами. Ножи, вот брать их с собой или не брать? Еще раз. В два раза опаснее на 30 секунд. Ладно. Вот эти 10 я скину пока. Эти два... заберу себе. И может использую. Ну посмотрим, вдруг еще сейчас они будут копиться. Не знаю, короче, с сидром какие-то проблемы. Так, хлеб неуязвимым оставим. Оставим и фонарь. Да и ножи оставим. В общем-то, нормально, ячеек должно хватить на локацию. Может, мы не сразу за одну часть все ее уровни исследуем, кто знает. А, сейчас еще магазин будет. Я там еще всего закуплю. Ну, все, идем тогда. Идем, может, еще придется вернуться. Ай, чуть-чуть не хватает. А вот отсюда получится, смотрите, раз, два и... Видите, как класс. С помощью этого можно встрезать, преодолевать всякие шипастые пропасти... Полезная вещь. Вот как здесь, например, раз. Мы сейчас доберемся до магазина, которому сложно было добраться, но мы там уже были. Вот, используя этот рывок. А давайте напомним, какое у нас задание ожидает нашего ведроголового в локации, куда мы идем. Вот, психосироп для труида.
Друида хочет, чтобы я нашел какой-то психоделический сироп в Туманном озере. Так, хорошо. Суицид. Будь адекватным. Так. Вечно я про вас забываю. Я на всякий случай проверяю. Подземелья прошли. Ну, что-то мне подсказывает, что у них уже не изменятся диалоги. Такая игра. То есть есть какие-то... Какой-то набор один и все. Но наше дело проверить. Так, что происходит? Я задумался. И везде поупирался в тупики. Ну-ка. Сюда. Это ты живучий, у меня оружие уже сильнее, а ты все живешь. И живешь! Это было неприятно. Теперь колючки доставать из пятой точки. Сколько экспрессии в этих лиственных звуках. Я не пойму, с прыжка что ли первый удар наносит больше урона? Судя по всему, да. Так, ты крутишься, крутись. Я увидел сейчас крота и подумал, почему бы не воспользоваться им было, но... Побольше будет монет. Да, и в магазин нам надо заскочить. Я точно не помню, на каком он уровне, поэтому дойдем на своих двоих. Так. Давай, давай. Сохраняй. Надо не забывать о таких отделах. А, искусством отрыжки овладеем. И пойдем по ним по всем. Так. Нужно один грибочек, чтобы в лесу все более живыми красками заиграло. И светлый лес стал темным. Так, давай, 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 опускайся. А вот и магазин. Ай-яй-яй. Вот видите, как я заракалил, а? Надо чуть-чуть подождать, не сразу откатывается, так сказать, способность. Из-за этого это и произошло. Давай я буду покупать у тебя все под грибами. Так, у него много всего, все по порядку. Пиво. Вино.
рульки. Постоянно дедушкина граппа постоянно добавляет 10 МП. Эта граппа просто лучшая, крепкая, вкусная. Вот ее обязательно. В общем-то, мы купим все, но если не все, то ее обязательно надо брать. Так, перья. Опять этот сидр. 4000 остается, а что тут еще? Карта бесполезная за полторуху и вот за 3. То есть вот это мы не купим. Чуть-чуть нам не хватает. Показывает местонахождение секретного серебряного оружия. А это корки дикого кабана, бонусный предмет. Полученный урон 80%. О, это лучше, чем снижает ману на подмышечный выстрел. Эти корки сбросил дикий кабан, они ужасно мерзкие, но каким-то образом делают мою кожу прочнее. Вот эта вещь. Слушайте, ну вы видите, 10 тысяч как разошлись. Туда-сюда просто и как не бывало. Нам сотни всего не хватает, чтобы купить карту. Поэтому что почем продается? Вон, ножи по 250. Ладно, я сейчас быстро нафармлю эту сотню. Сейчас я вернусь, дядька. Во-первых, давайте возьмем, поставим корки. Граппы выпьем. Есть. Открыт бонусный предмет. Корки дикого кабана. процентов не влияет, кстати, на процент эти предметы. Я вот думал, такие какие-то ключевые предметы, которые нам способны, ну может и влияет, но в данном случае не повлияло. Было 39 и осталось 39. А, может, они все, допустим, всего лишь на процент влияют. Вот сюда мы поставим корки, вот так, и сотню. Так, ждем. Ждем, чтобы... Да. Не простофилиться, ну-ка. Там к груди можно сходить и обратно. Как раз сотню по пути... Соточку всего наберем. И обалденный приз-сюрприз получим. Бесполезный. Только на Виртуазила Game World покупают бесполезные предметы за 1500, которые нужно гриндить полчасика где-то. Ну, опять же, смотря где, но все же. Это еще что? Это только начало. Еще не такое будет. Так. Ребята, где вас много? Давайте сюда. Что ж вы так мало насыпаете? После подземелья так ощутимо прям мало. Давай, давай мне монеты. Может, туда зайти? Да, пойдем, потому что тут уже поперебили всех. Или просто зайти и выйти, чтобы они зареспаунились. Как-то я смотрел на карту и даже и замаскировался ты, в общем, не заметил, неплохо. Восстановимся там, так что я сейчас особо не переживаю за жизни. Все, есть у нас полторуха, идем. Купим бесполезную карту. Не догонишь никогда. Ха-ха-ха. Я думал, он все время будет лететь, а он с остановками. Остановка погубила. Так что, вывод. Если взялся, делай до конца. Лучше пожалеть о том, что уже сделал, чем жалеть о том, что не сделал. Так, вначале сходим, а потом
восполнимся. Вот сейчас опять классно спасла. Это исходящее от нас. Не очень благоухающая субстанция. Вот мне нравится это, да. Она неоднократно спасает. В общем, заработал ты на мне хорошо. Можешь уезжать жить на Мальдивы. Серебряная карта секретного оружия открывает местонахождение секретного оружия. Я не могу это продать. То есть, ха-ха. За такие деньги. О, somewhere underground. Где-то под землей. Ха. Даже не знаю, были мы здесь. Наверное, еще не были. Ну, хорошо. Все, все, скупили. Восполняемся. И на новую локацию врываемся. Пустые карманы, денег, ни гроша. Но мы нафармим столько не спеша, сколько было в начале части. Даже больше. В общем, ладно. Как-то рифма не заладилась, но суть передалась. Так, и вот в Туманное озеро можно войти отсюда. Я так и поступлю. Я не знаю, на какой уровень Туманного озера мы попадем отсюда. Сколько их там? Ну, собственно, сейчас все вместе и будем изучать. Надо пробивать, верно? Верно. Ну, давайте пробьем вместе. А то я там в одиночку пробил. Как это происходит? Вот так. О, какой здесь туман. Он как трав-дурман. Ох, как кружится голова. Так, куда же направиться? Здесь могут быть много опасностей. Грибы. Грибы позволяют прыгать. Секрет. Здорово. Гоблин? Парень услышал, говорит тоже. Здорово. Крутое ведро. А то. Ты бы знал, сколько раз ей оно мне помогало ночью. Еще бы сказал, что оно еще круче. Спасибо. Шикарно, да? Твоя маска тоже ничего. Боишься, что люди увидят твое настоящее лицо? Я мог бы спросить у тебя то же самое. Справедливо. Ладно, сменим тему. У тебя есть для меня задание? Можешь мне продать что-то полезное? Продать нечего, кроме одной прекрасной вещи. Но она бесценна. Твоя жена? Жена — это же не вещь. Нет-нет, у меня предмет, который может тебе очень помочь. Можешь сказать, что это? Только если принесешь мне экскременты орка. Что? Дерьмо орка! Тебе правда нужно дерьмо орка? Ну да. Оно нужно мне для тайного зелья, которое может спасти жизнь моего отца. Твои запросы странные на вкус. А на нюх еще страннее. Ну так и быть, принесу тебе орочьих фекалий. Есть идеи, где их найти? Люди любят есть грузинские фекалии, а тут орочи. Грузинские такие сочные, да. Не-а. Они очень редки, и на самом деле орки любят облегчаться подальше от жилья. Так что это будет непросто. Черт, еще одно странное поручение. Ну ладно, я вернусь, если найду это, и ты дашь мне что-то, что ты мне даже не назвал. Именно. Звучит увлекательно, пока. Пока. Более чем. Обожаю брать задания, когда не знаешь, что получишь в награду взамен. Привет, как дела? Как погода? А-за-за. Я не нашел экскрементов орка. Могу я пойти облегчиться за этим деревом? Конечно, можешь. Только не приноси то, что сделаешь. От него пользы для моего зелья не будет. И поверь мне, я отлично знаю орочьи экскременты на запах и на вкус. Вот уже и запах вот пошел. Вход пошел. Да, я знал, что мы к этому придем.
Ладно, не буду вдаваться в это странное создание. Пойду, продолжу поиски. До скорого. Бис Бальт. Я тут активно учу Deutsch. До скорого. По-немецки Бис Бальт. Ладно. Секрета у тебя за спиной нет? Секрета нет. Да нет, нет, я не хотел выходить, я хотел стену проверить. Вы видели? Он будет теперь всегда, получается, сюда улетать. А ну-ка, можно его попробовать убить до того, как он упадет? Сейчас попробуем. Давайте. Ой, в этот раз я поспешил. Но почему он со мной сюда на локацию не приходит? Это можно было бы сделать каким-то таким заданием. Привести сюда этого дядьку. И чтобы он здесь накуролесил. Так. Да, что ж такое. Ну ладно. Ну вообще прикол, что он падает. Да. Так. Карты нет. Ой, я не знаю, это дамажит или можно плавать. Вряд ли. Оно, наверное, кислотное. Но там слева тупик. Так что раз, два... Ой, как же ж хорошо поставили-то, а? Специально для таких вот. Ладно, одна нецензурщина в голове. Первопроходцев, которые впервые, вот как я сюда такие, на энтузиазме. Да что ж такое? Так, сохранка? Нет, обманка, нельзя сохраниться. Ого. Ты чудо-юдо или рыба-кит? Ого, а ты голем? Ну, в общем-то, оружие нормально справляется. Раз, два, и монета наша. А, холоднючая. Как раз по пояс. Закаливаем важные органы. Так, эта штука взрывается. А эта штука... Вот, опять сейчас нас спасает. Смотрите, как круто. То, что я говорил. Монетки собрали. А внизу... Надо почаще, кстати, вот так смотреть вниз и вверх. Причем даже находясь на вот таких штуках. Потому что могут быть секреты. И я там случайно так тот секрет и увидел. В котором мы нашли берцовую кость мамонта. Я думал! Надо было меньше думать! Я думал, вот на ту ветку можно встать. Да, мне всегда говорили, что людям, которые меньше думают, проще живется. А там монета, причем такая жирная. Ладно, надо восполниться где-то и после этого вернуться за ней. Еще надо найти карту. Вот это уже не обманочка. Это уже нормальный фонарь. Да... Чтоб тебя... Я опять пойду на грибы. Сила гриб, граппа, всякая всячина. Ты враг? Да, ты враг. Еще и таким жирным пускается. Как тебе мое? О. Куриная ножка. Куриная ножка. Вкусно? Немножко. Оп, оп. Ой, вроде неплохо, но падение не подразумевалось. Да, без карты, конечно, я уже, ну, всегда пытаешься как-то картину себе рисовать, местности в голове, но вот сейчас уже потерялся опять, где я. Граппу дал, спасибо. Так. О, а вот и карта. Она меня услышала. Ну, хорошо, ну, хорошо. Так. Тогда лети давай сюда.
Карта Туманного озера 2. Карта Туманного озера 2 показывает часть Туманного озера 2, но там может быть что-то секретное, какая-то потайная комната и еще что-то. Хоть бы где-то написали, что там ничего секретного быть не может. 404 у нас ошибка. Я про количество денег. Вкуснота. Под кланки Hero то, что надо. Так. Карту мы открыли. Давайте посмотрим. На четвертый и на первый. И крот есть. То есть можно будет сбегать в город отсюда. Что ж, надо уровень весь пройти будет сейчас. Сначала. Сейчас я... Оп. Ой, там, надеюсь, внизу. Да, не смертельная какая-то жижа. Здесь сыр. С личинками здесь секрет. Первый секрет на этой локации. Так. Не-не-не. Вот так. Так, секрета в секрете нет еще? Он нам пошел в зачет? Похоже, нет. 19.35. Но... Так вот. Некоторые комнаты секретные и не секретные. О, опять нас наша вонь спасла. Так, по сути, опять же, я хотел юзать этот пердящий сидр, толку нету от нас всегда, оно и так исходит от предмета. А я напомню. Вот. Трусики Брунильды. Нет, смердящая вода. Тут просто про запах написано, но это приятный сердцу нашего героя запах. А вот смердящая вода, да, это да. Так, теперь вот там есть платформочка какая-то, слушайте, раз, два, оп, да, там монета. Тут надо, видно, будет использовать либо разгон, либо гравитацию. Мне не нравится этот комар. Висит там, о, это было, только дайте вернуться. Спасибо, не дадут, да? Ну, попробую сейчас. Раз, два, оп. Рулька. Раз, два. Фух, хорошо. Когда можно вернуться. Пиво. Все зареспаунились, кстати. Надо осторожно. Их в воде вообще не видно, там он сзади кто-то еще был и даже погиб. И даже не нанес мне урона, вы представляете? Как запах спасает. Да, запах в сети. Было одно время там в одном месте, в одном из офисов сотрудник, который очень-очень... долго не мылся, очень-очень сильно плохо пах, и всем в коллективе очень-очень этим вредил. И я его в скайпе подписал как запах, и когда он заходил в сеть, выскакивало уведомление «запах в сети». Вот так вот, неоднозначно, двусмысленно и забавно. Так и здесь. Оп. Так, надо бы добраться до той платформы. Тут как-то совсем без гравитации не получается. Надо идти туда. Можно разогнаться, в общем-то. Попробовать с разгоном сейчас. Ну, давайте, у нас много. Или не, и тратить не хочется. И хочется, и колется. Ладно, сейчас. Раз, два. Оп, чуть-чуть не достал. Что-то где-то взрывается. Взорвалось что-то. Ничего себе ты живучая. И здесь, да, я не допрыгиваю? Ну да. То есть нам отсюда надо туда, потом туда и только потом туда. Угу.
Тогда сейчас ускорение использую. Насколько ж там есть невидимый дядька. Так, гриб ешь. Тем временем 1000 почти. Ну как почти? Приближаемся к 1000. Давайте я сейчас ускорюсь. А, тут даже, видите, таш, стоп. Ай-яй-яй. Успею, не успею. Ой, там еще этот. Успел. Ну хорошо. А туда достану, не, тоже непонятно. Так что пойду пока налево. Вино взяли. Так. Монеты есть. Но передвигаться пока не будем. Разве что сбегать в город полечиться. Но давайте этот уровень исследуем полностью все-таки. Поищем еще секреты. Так, я потом не выпрыгну, от, скорее всего, оттуда без дополнительных предметов. Высоковато. Плюс вода это. Туда потом пойдем. Мы сейчас на втором, кстати, мы зашли не с первого. Потом пойдем на первый. Так. Раз, два. Выбираешься, это хорошо. Так, здесь... Ну, может, конечно, и отрыжкой пробить получится. Ту стену. Пока что тупик. Я дойду до начала, и мы каждый угол проверим. Ведь без карты я не могу гарантировать, что мы были в каждом. Вот, лежит что-то, смотрите, предмет. Магический багет. Плохо видимый предметик. Магический багет. Так, стоит ли сейчас ее пытаться брать? Надо лечиться. Не, пока не... Ой! Стоять, стоять, стоять. Или взять. Вот у нас выпала янтарная. Давайте, раз. Можно сделать и неуязвимость на 10 секунд. Но жалко тратить батон. Тем более полечиться можно. Поэтому я... Я сохранялся. Давайте, раз. Оп. Ну, нормально. Нормально. Вопрос, надо будет сохраниться и попробовать туда в стену пробежать. Вот классно было бы сделать секрет, да, в дамажащей воде и в стене. Не каждый полезет проверять. Я бы сделал. В Crash Bandicoot 2. Помните? Есть такой... Путь на секретный уровень по ящикам с нитро, которые обычно сразу убивают Крэша. Надо пропрыгать, там есть всего одни такие ящики в игре, которые не взрываются. Но ты, пройдя просто уже три варпрума, в четвертом будешь бояться. И даже сразу не подумаешь встать на ящики нитро. Ну ладно, это такое. Это я отклонился. Так. Ну, здесь... Да что ж ты? Здесь мы точно все изучили. Он ждет. Гриб съедается. Так, здесь в углу ничего. По воде. Надо проверять. В воде. Вот как там этот был спрятан.
багет. Углы теперь. Я не хочу падать. В... Да, туда, в кислоту. Так что осторожно, стены проверили. Идем. Давайте пойдем на первый уровень. Так. Помню, да, что там у нас большая монета. На самом деле, вообще, она как бы неценная, то есть тратить из-за нее какую-нибудь книгу гравитации. Можно эти монеты спокойно нафармить на монстрах. Я не хотел бы. Просто запомним, что он там есть. Может, какую-то способность приобретем или еще что. Я думаю, чуть позже ее возьмем. Потому что так, без гравитации, я не допрыгну до нее. Даже вот если по карте смотреть, очень вряд ли. Так. Женщина-улитка. Я даже не припомню еще игры, где были женщины-улитки. Ну, вот отсюда, да? Насколько? Далеко. Далеко. Бамбук растет. Красиво. Такой холодный туманный лес. Прям с оттенком хоррора. Так, там вода дамажащая? Нет. Опять же, смотрим внимательно по углам в этой воде. Ну все, пойдем на первый. Потерянный глаз вот здесь лежал, да. Кстати, в углу в воде. То есть это фишка этой локации. Прятать что-то в мутных углах. Давайте, кстати, посмотрим. Да, здесь реально залезть, отлично. За деревом. Ничего. Первый уровень. Без карты. Потихоньку. Так, там кислота. Даже проверять не... А вдруг там карта? Вот здесь пиво. Давайте в угол. Так, это мы выйдем тогда, если я в угол полечу на второй уровень. А тут... Вроде ничего. Так, секрета нет. И там эта кислотная вода. Вино, пиво. Так, тут в стенах смотрим. И еще повыше давайте попробуем. Раз, два. То там секир-башка сверху. Но жирная монета. Надо смотреть, когда срабатывает. Ай, больно. Слушай, что ты такой дамажащий? Да, доставил боль. Может сходить с кротом восполнится быстро. И опять сюда, это близко тут все.
Сохранение? Своевременно. Ого. Так, вот сейчас нанизали бы, так бы и висел тут всю оставшуюся жизнь. Или всю оставшуюся смерть, потому что уже мертвым бы висел. Ну, но висел бы. Ай. Да отстань ты. Комариная орда. Такая мелюзга. Засрала все мозга. Так. Куда-то мы лезем, рыба, а куда? Сам не знаю. О, грибочек. Псилогриб. Ничего в углу. Удалось посмотреть. Сохранимся. Так, там и наверх можно было, и сюда можно. Dark Forest. Это на локацию темного леса. То есть, давайте выйдем. Пусть зареспаунятся. Вот. Вот мы здесь. В темном лесу 4. Так, а там в углу? Там в углу надо проверить. Эти гадости все надо, конечно, повыносить, потому что потом, неожиданно, возвращаясь об них убиваться, совсем не хочется. Ну, пойдем дальше искать карту. Чё себе у тебя радиус? Трезубца. Отлично, карта найдена. Карта Туманного озера 1. Показывает часть Туманного озера 1, остальное все такое же по описанию. Так. Вот мы где. Секрета нет. Тут нет. Давайте еще попробуем выше посмотреть. И тут нет. Хорошо. Небольшой уровень один. Есть переход на третий. Что нам тоже нужно. Как... В качестве следующего уровня для исследования Туманного озера. Аккуратно. Пиво, монеты. Так, в темный лес нам не надо. Пойдем вот туда наверх. Может там... А, это там секирбашка была, да? То есть там мы были. Да нет! Хорошо, что я сохранился. Вот это сейчас неплохо утопился. Ну там до 40% хоть. Прогресс поднялся. 44. Пиво это неплохо. Ты чё? Так, ну к тебе я уже не полезу. Там всё проверено.
А вот тот угол, я не помню, я смотрел. Так, пойду проверю. Не помню. Сейчас. Сейчас поймете, про какой я. Что ж ты так долго? Я вижу, что ХП на критической отметке, да, но не хочу тратить итемы. И это меня погубит. Но опять же, здесь мы сохранялись. Вот, вот эту стенку. Раз, два. Да чтоб тебя. А, ладно, выпью. Так, туда, да? Передумал я идти туда восполняться. В общем-то, запасы у нас нормальные. Пиво и дома всего там, и еды, и питья. Секрет, который тоже не пошел в секретную комнату в зачет. Ну, может, надо сюда зайти? О, а так по... Слушайте, так может в каждой секретной комнате нужно какой-то, не знаю, определенный угол посетить. Пиво, вино и денежное добро. Так, ну вот еще секрет на первом уровне Туманного озера. Так. Чуть-чуть бы повыше прическу сделала. Сейчас я попробую финт ушами сделать, и это приведет к недоразумению. А чуть-чуть не получилось, да. Ешь гриб. Здесь пустой стакан. А здесь в углу свиная рулька. Так, ну вроде ничего больше. Секрета здесь нет. Давайте двигаться к третьему уровню. Без карты, который будет без жизней. Монета и нож в этом углу. Так, теперь спокойненько вернемся. И понизу пройдемся. Парень понюхал и думает, пошел я обратно. Так, куда ты? Жестко так. Так, там не спрятали вход. Вот здесь. Оп. Нет. Ну, третий уровень подразумевает падение. Надеюсь, не в кислоту. В воду.
Так, куда это я пошел? Направо, да? Надо опять же как-то маршрут выстраивать. Давайте посмотрим, что слева. Пока карты нет. Положили бы хоть здесь сразу, в начале, карту. Это было бы... Дерево сломано, плохой знак. Я такое на надгробии видел. Какая-то там девушка молодая похороненная, такая надломленная березка. Так. На третьем уровне похоронят? Не хотелось бы. Где искать карту? О, какой-то почерневший потолок. Но в потолок мы пока не можем биться. Удобно, что ведро с прорезями для глаз. Вот так вот, если, например, раз, то вода вытекает. Ну, хотя она и так бы вытекла. Так, ладно. Не о том, я думаю. Надо рисовать план местности в голове. Пока он не нарисован. Так, это переход на какой-то из уровней. Давайте попробуем, посмотрим. Так, это может быть четвертый или пятый. Ой, кто-то взорвался обо что-то. Лучше я отсюда пока уйду. Пиво. Ого, это ты меня полоснул. Давайте выпьем бокал пива. Комары маскируются. Свиная рулька, да. Там лодочка, смотрите, как красиво вообще. Супер. Какой-то Silent Hill почти. Ого, секрет, отлично. Так, здесь деньги. И пиво в рапист. Довольно редкое пиво, бутылка пива в рапист, которое варят какие-то монахи, доставляет много радости и постоянно увеличивает максимальное здоровье на 10 хп. Это действительно радость. Так, это хороший секрет. И он учелся как 21. Что тоже уже приятно. Ну и здесь много полезностей, в том числе книга. Да. Так, вот здесь в углу ничего. Здесь тоже ничего. Да, это классный секрет, мне понравился. А что там? Я вовремя подпрыгнул. Слушайте, даже я могу еще внезапно на босса нарваться. Но мы периодически сохраняемся, как бы. Делаем все по науке. А там уж как пойдет. У нас целых два квеста на этой локации. Я пока ни одного еще не выполнил. Ах. Так, а здесь психоделический сироп. Я нашел квестовый предмет. Кстати, неплохо спрятан. Много монет. Уже 2000 у нас. Супер. И предмет взят. Квестовый предмет.
Флуоресцентная психоделическая жидкость. Название звучит интригующе. Жаль, я не могу его выпить, а должен отдать кому-то в обмен на награду. Ну, мы знаем, да, что у нас был этот квест. 3 всего остается свободные ячейки для предметов. И мы проходим дальше Туманное озеро. Теперь надо найти орочи отходы жизнедеятельности. Как ты резко разворачиваешься. Давай сюда. О, злой фонарь. Вот был очень хорошо спрятан он сейчас. Нашли здесь, круто. Теперь у нас их 2. И 3-кратный урон и бессмертие на 7 секунд. То есть 2 раза можно так, может, наверное, и босса завалить какого-то. Давай, давай, давай быстрее. Я вниз падать не хочу, я хочу там, где комар лежит. О, кислота, прекрасно. Так, ну эти монеты сейчас нам не до них. Я не знаю, этот камень ныряет. Вот здесь бы подмышечный выстрел не помешал. Может быть, хотя бы раз в жизни восполнить ману вот так, да? Венца. Вот так. Ладно, ну ее. Было бы больше жизни, бы больше рискнул. Нет, сейчас опять же в этом нужды. Карта, отлично. Наконец-то. Карта Туманного озера 3. Описание такое же, кроме того, что показывает часть Туманного озера 3. О, да мы в магазин упремся. У нас денег нет. Ой-ой-ой! Да за что я просто хотел? Ладно. Так, где это я? Ага, понятно. Раз, два. Раз, два. Перед магазином еще какая-то ловушка, наверное, есть. Так, вроде чисто. Ух ты. Классный дом. Есть такой хоррор, называется, или Detention, или как-то так. Тоже вот, как платформер сделан, вот с таким же видом. Баклажаны живут, разрезанные. Вот, и вот эта локация прям очень мне напоминает о нем. Классный, кстати, я думал его на канал пройти. Есть предмет, который навсегда увеличивает МП на 30. Я могу больше брызгать из-под мышки. Это чертовски крепко. Обжигает мне горло, поднимает мой дух и постоянно увеличивает 30 МП. Вот это мы здесь и купим. Также у него есть секретная карта, карта костяного оружия. Открывает местонахождение секретного оружия. Эта карта показывает местонахождение секретного костяного оружия, которое мы уже взяли. Все это скупим, это мне опять надо будет зарабатывать деньги. Но мы уже у многих торговцев все поскупали, а сейчас нас интересует вот ими. А можно, кстати, квестовый предмет тебе продать? А-а. Я не могу это продать. Я мог бы продать стакан, глаз и там еще что-то и купить. Но мы нафармим и придем. Так. Мне надо 2,5, ребята. Прикольный уровень. Спускаться чисто... Чисто... Ай! Попал.
Да, печально. Это было печально. Ну ладно. Значит, фармим 2500, я поэтому сейчас вернусь, чтобы мы уже в этот раз пришли и у нас были деньги. Не понял, тут секрет? Нет. И у нас были деньги, поэтому да, тут надо чуть-чуть вначале побить будет. Бить-то особо некого. Это чтобы ребята зареспаунились. Да можно было и без этого, слушай. Перестраховаться, посмотреть, все ли там в порядке записью, потому что столько проходится и сохраняюсь, и понятное дело, что загрузиться не получится. Вот сейчас представим ситуацию: вырубают свет, все, это все уже никак на канал не попадет, видео запорится, а загрузиться с точки, с которой я начал запись, не получится. Поэтому длинных частей, чем длиннее часть, тем больше волнения. Ну ладно, в принципе, пока идем так хорошо на этой локации, что давайте еще, рискуя, подольше сегодня часть позаписываем. Так. Так, не стоит забывать, что здесь надо все заново собрать, потому что я погиб. Рульку забрали. Ровно 2000. Плохо. Фиолетовая ячейка осталась. Можно еще? То ты с удара убиваешься, то с трех не можешь лечь. Давай, пускай. Да, фонарь, конечно же. Ну, все надо собрать, ничего не забыть. Снова. Huh?
тут попробовать сейчас. Не хочу. Так, пиво. Да я же уже тут погорел. О, ладно. Давай, спускайся. Зайдем, пусть все появятся. А ну тебя. Да, я думал, да. Это все грибы. Не надо меня убивать. Даже не думайте это сделать, я пью пиво на заре. Так, почти 2500. Сейчас еще раз. Еще пиво. Клан Кихиро, ты становишься зависим от него. Так, сейчас. В любом случае, надо еще вот так сделать. Дальше идти. Жизни нужны. Есть 2500. Надо попробовать на крышу еще залезть. Берем джин и брызги. Давайте выпьем прямо здесь. 150 маны и 170 жизней. Да, такое впечатление, что там что-то есть. Но... Так, сейчас попробую отсюда. Угу. Не, наверное, не пройдет. Можно будет сохраниться и попробовать с гравитацией. Так, а ну еще раз. Оп, оп. Так, так, так не получается, но с гравитацией как вариант потом. Все, теперь на следующий. На четвертый. Нам надо благополучно дойти до сейва. Кстати... Ай-яй-яй. Почти достал.
В зеленые эти жидкости тоже надо смотреть. Мы ж помним, что там была монета в зеленой. В этих тоже могут что-то хорошее ложить. В размен, блин. Эти стрептококи летающие. В размен на ХП, я хотел сказать. Тут прям сложное болото. Много противников. И долго по воде идти. Так, оставим ту улитку. Давай. Ну? Третий уровень, в принципе, исследован. Что-то постоянно взрывается. Кто-то или что-то. Постоянно самоубийство. Потому что это какой-то квестовый персонаж, которому нужно успеть, замедлив время, долететь за секунду до того, как он взорвался, и взять у него секретный квест. Но это вряд ли. Так, секрета нет. Раз, два. Все выше и выше. Давайте вправо сначала. Я видел здесь лифт, ого. Высоковато. Да, опасно. Ни маны, ни карты. Может, еще бутылку вина? И вот так. Ну, для нашей безопасности это важно. Я смотрю, в воде зеленой вроде ничего. Так, туда, да? Раз, два. Достали. И там батон. Багет. То есть это такая тупиковая... А вот тут уже можно еще спуститься. Там тупиковая у нас... Тупиковая комната. Много предметов. Давай вниз я пока проверю стену. Еще можно вниз? Не спеши. Да что ж тут все так обрывисто? И опять обрывы. Не, вообще классно сделали, что нам нужно сначала карту найти и по незнакомым местам бродить. Это мне нравится. Это проход на следующий уровень, то есть тут еще есть пятый.
Так, поехали, да, вниз. Это не карта. Так показалось вначале, что карта. О, картофелина. Значит, на четвертом уровне она. Потерянный глаз еще один. Да, я ж помнил о тебе. О, сохранение. Ну, раз сохранились, то пока не лечимся. Что, вас тут много так? А вот и карта, отлично. Карта Туманного озера 4 показывает часть Туманного озера 4, но там может быть что-то секретное, какая-то потайная комната или еще что. На память скоро выучим. Вот такой он четвертый уровень. Так, опять есть на четвертом уровне грудь, как и в подземелье на четвертом уровне. Четвертый уровень грудастые, то есть четвертый размер, то что надо. А, опередили, я думал, сейчас уже лягу. Ого, там можно было отгрести. Там картофели-то, я вообще даже не представляю, что надо сожрать, чтобы так высоко запрыгнуть. Ну, в общем, либо там надо... отрыжечку делать. Либо еще какая-то способность появится. Так, у нас там что? А там грудь. Ну, пойдем. Клан Кихиро уже изголодался по ней. Давай. Ух! Воспряли сразу. Так, пятый туда и оттуда. Но мы пойдем сейчас к началу. Мы пойдем к началу, чтобы еще раз исследовать четвертый. Секрета я здесь не нашел. Пока. Ну, на некоторых уровнях секрета может и не быть. Так что это... Что я нашел, не значит, что... Он тут есть точно, 100%. Но будем искать. Еще одна книга. Итого у нас их уже 5. Нет, 4. 5 было бы лучше. Зайду, пусть зареспаунится. И пройдем сейчас четвертый, и потом пятый. Так, а у нас... А у нас карта секретного была... Секунду. Нет, надо... Я чуть не обращал внимания такого места. Но на этом уровне вроде нет. Хотя... Нету. Вот здесь сила грипп. Так, тут еще хорошо бы верхушку исследовать досконально. Ну,
граппа и пиво. Это вы как-то неплохо зареспаунились. Давай. Верхушку. Так, там чисто. Там, да, была монета, я взял, вроде все. Вот Брунильда удивится, скольким навыкам обучили нашего героя, пока он ее спасал. Если, конечно, она будет жива. Нормально положил сейчас просто пачкой. Здесь вроде карта была. Может и... Да, и придется пробить. Пока непонятно. Так, лифт. Должен приехать. Ах-ах-ах. Вот меня сейчас... Рука даже до кнопок не дотянулась. Опять спасает этот супер предмет. Совсем хороший. Вот в этой зелени может что-то и спрятано. Так, тут все забрали. Вот сюда. Ага, это на второй уровень. Все, понял. Понял. Так, ну это я хотел проверить стену. Нет ли в ней секрета? Ну, можно идти на пятый. Как лучше зайти на пятый? Через грудь, конечно же. Люди говорят, что кто-то попадает в шоу-бизнес через постель, а мы попадем на пятый через грудь. Сюда зайдем, соберем монеты. Появившийся, ребят, слушатели, прям не зря зашел, вещи падают. Всякие. Так, а там у нас есть земля.
Да что ж такое? Запоролся. Бывает такое, что он ни влево, ни вправо. Сейчас его должно отпустить. О. Так, ну что, пятый. В пятом, по традиции, босс. Надо быть готовым. У нас есть и фонари, и багеты. Ух, так. Да, спасибо, со старта тут хотят уже. Ой! Веточка спасла. Что-то продают, ключ. Старый ключ. Ключ, который открывает какую-то дверь. Похоже, он что-то открывает. Старый ключ. Ключ. Монета. Так, на крышу можешь? Не можешь. Болван. Гриб. Навернуть смог уже хорошо. Давай, давай, давай. Ну как мне туда попасть? Книгу юзать, либо с другой стороны обходить. Давайте посмотрим, кто здесь. О, класс. Ну прям панду пивовара напомнила из Warcraft 3. Привет. Монах? Так, о, монах, что есть вкусное? Гнилое мыло. Бонусный предмет, кусок мыла, гнилой, подмышечный выстрел, урон. Это отвратительное мыло не делает меня чище. Вместо этого мои подмышки становятся более вонючими и мерзкими. Хороший момент. Мой выстрел из подмышек наносит больше вреда. Вот когда сделаю мерч, обязательно надо будет добавить такое мыло туда. Карта картофелины Туманного озера. Я ее опять же уже нашел, поэтому 1250 выкинем просто на ветер. Так, хорошо, еще один торговец. Того здесь два торговца, которых мы должны озолотить и забрать их предметы. Вот после этой части, опять же, вы смотреть ее с удовольствием, а я гриндить. Такова моя участь, как в этом, в Терминаторе было. Почему? Почему я? Ты же Джон Коннор. Так. О, так я тут могу, а я думал не могу. Давай, на тебе сам. Тоже. Вообще надо ману беречь. Может быть босс? Сказал я, и опять использовал скилл за ману. Так, погодите, я что-то не могу собраться. Да, вот монету надо взять. Я ее достал или не достал? Достал. Тут еще вниз был проходец. Оп. Все попоявлялось. О, дверь. Ключ откроет. Откроет, но падать туда пока нет желания. Вот сохраниться и упасть. Другое дело. Там может быть босс. А, я так, я знал, знал, да, это. Это как бы не новость. А вот туда как без урона не получится. Получилось. Надо же. Да. Так. Если босс будет вот с этой кислотой, то это вообще... Так, я вижу, да, там вижу наверху. Как достать, пока не пойму. Вот так. Окей. Okay.
Так, где у меня какие предметы, если что? Неуязвимость. Один фонарь можно будет, я думаю, использовать. Ой, боссом пахнет. Ой, боссом пахнет. А я уже подняться не смогу. Ну, сохранились. Врываемся. Да. Так я и думал. Ой, так, тихо-тихо, сейчас я... А что оно со мной сделало? Какая-то гадость. Давайте подождем, пока этот статус пройдет. Вилку возьму. Сейчас я приду. Осьминог. Пошел. Так, все, неуязвимость прошла. Ай, как больно. Срочно пей парочку вот этого. Давай сейчас. Да что ж ты, багет. Крепкий. Еще багет. Я его правильно бью? Чё багет? Все? Ты умер? Да нет, не умер. Я сейчас умру. Чё он такой сильный? Может, его надо как-то по какой-то технологии убивать? Вот это был сильный босс. Красавчик, красавчик, лайк. Пройти 50% игры, ачивочку дали. Убить. Теркал. Колонна там какого-то тоже дали. И способность, я могу цепляться за определенные поверхности. Вот как мы сейчас там, там волохатая была стена, по ней залезем за картофелиной. Карабкаться по стенам и все такое. Вот такая, да? Нет? Я думал, уже по этой залезу. Так, ну завалили босса. Друзья, 50%, ровно 50. Но на Virtua Zero Game World будет ровно 100. Однако, это в будущем. А сейчас мы так и не нашли экскременты орка. Ни на одном из уровней. Может быть, надо опять же какую-то либо стену ломать, либо еще что. Босса с первого раза одолели, потратили много предметов. Это я еще с уроном X3 его бил. Да, это прям такой сложный был дядька. Так. Хорошо. Понять бы, за что я могу цепляться. Вот вроде же за такое как-то... Может, какую-то кнопку надо нажимать? Ну, так, ну-ка. Давайте почитаем. Нет, никакую. Видите, здесь кнопки указаны, а здесь нет. Значит, да, действительно, надо искать определенные поверхности. Но тогда не факт, что достанем картофелину. Сохранимся. Уровень надо дочистить. Карту взять. Так, тут мы еще не были. Карта Туманного озера 5. Я даже не понял, где она, в воде лежала? Серебряная вилка бесполезная. Бесполезная, но ценная. Я должен его продать как можно скорее в первой лавке и получить монеты. Я этого, конечно же, не сделаю. Карта Туманного озера 5. Описание тоже. Вот. Небольшое оно. Так, и... момента с секретным входом для оружия я тоже не вижу. Ого! Только взял карту и сразу в секрет попал. Ну ладно.
поищем сейчас еще мировые недра. Это что за... Это еще какая-то локация? Подземелье? Не то, в котором я был, вонючее. Пахучее какое-то. Есть стены, которые могут быть уничтожены только если ты овладеешь искусством отрыжки. Может, кстати, за вот это зелье, которое мы принесем, нас и научит этому искусству. Так. Ну, кстати, да, секрет нашли. 22, вот он зачелся только сейчас. Интересной выдалась прогулка по... Ух, в миллиметре остановился. Это сейчас было уже... Ошибка. И игра, друзья, вылетела. Во как. Так, ладно, странно, впервые игра крашнулась, не знаю, что это такое, и почему. Сейчас я эту запись остановлю, чтобы она сохранилась, и подошью следующую, мы с вами допроходим все-таки этот уровень. Вот так впервые она крашнулась, чтобы прям с отправкой ошибки разработчикам. Ну ладно, только больше так не надо в том месте, пожалуйста. О, карты нет. Но помним, где ее там взяли. В воде сейчас. Быстро возьмем. Мне бы найти еще урочьи фекалии. Давайте посмотрим, где она хоть лежит, вот, чтобы лучше ее увидеть как предмет. А сколько багетов? 4 осталось, да? Вот она где-то на уровне дерева. Сейчас там трупешник. Да? Нет? Ой, погоди. Так, я не понял, я же ее вроде здесь брал. А, я как-то не заметил, где... Понятно, бывает. Где я ее опять взял? Так, секрет, конечно же, посещаем. А, синее перо. Эх, Clunky Hero, синее перо. У него, правда, красное. Дайте нам летсплеи и больше ничего. Но только 100%, пожалуйста. Так. Прочитаем про искусство. Вспомним, как Каспер им овладел в первой части прохождения Полярити на канале. Кто-нибудь смотрел вообще Полярити? Так. Где-то здесь меня выкинуло. Сейчас окей, вроде все. На четвертый. На четвертый можно сходить восполниться и прийти сюда. Мы, кстати, фекалии так и не нашли. И поэтому опять тут кто-то взрывается на четвертом. Настолько в начале взрывается.
найти экскременты орка для Тома Тодда. Я должен найти экскременты орка и отдать их Тому Тодду. Локация Туманное озеро. Да, то есть я где-то какую-то воду, видимо, не исследовал. Они тут хорошо запрятаны. Ну, сейчас мы пойдем еще пятый. Прошерстим. А потом будем возвращаться тщательно и еще все обыскиваем. Момент. Good. Предметы здесь совсем неплохо выпадают. Наверное, лучше, чем где-либо. Либо такой рандом, в моем случае. Ай, как больно. О, точняк. Картофелину достанем. А потом карту бесполезную купим. Как понять, по каким стенам можно карабкаться? Это теперь каждую локацию проверять надо. Смотрите, как он стекает красиво. И кость красиво выглядит. Я нашел квестовый предмет. Но не нашел еще один квестовый предмет. Возможно... За орочьими куда-то также нужно лезть. Да погоди, давай в тот угол. Да нет, не так. Не прыгает после этого. О, получилось, но там ничего. Не умирай. Отлично. Так, идем пятый проверять. Надо искать какие-то закутки, куда орки ходят. Там вот в четвертом, видите, вверху тоже есть. В общем, пойдем отдавать ему сейчас зелье и заодно еще раз все укромные углы попроверяем. Зелье было спрятано в воде. Экскременты в воде не тонут. Здесь может и тонут. У орков может не такие они. У них состав другой и у орков тонут. Надо, то есть, не исключать и этого. Так. Начнем снизу. Не спеша. Можно было лезть? Я вроде как зацепился только что. Нет, показалось. Ну ладно. Плохо, что у меня нет места в инвентаре. Если я и найду, он не возьмет. Надо что-то
использовать. О, перья. Тоже по 10 штук. Фу-фу-фу-фу. Можно пойти вилку продать. А то так встанем где-то в ворочье. Извините за выражение, Г. И не возьмем его. Так. Не хотелось бы продавать. Ну, давайте продадим стакан, ладно. Пойдем на такую жертву, чтобы освободить слот. Угу. Уже можно купить способность. Так и сделаем. Открыт бонусный предмет гнилое мыло. Я не буду его ставить. Ну, разве что... Да не, если так подумать. Тут урон, тут эта штука очень полезная. Я редко стреляю этими подмышечными выстрелами. Это так, в коллекцию способностей пойдет просто. Ай, собака. Наверное, каждую воду нужно пройти, не пропрыгать именно, а пройти. О, оно же может быть и в зеленой воде. Даже не знаю, друзья. Так, ну здесь чисто. Вот здесь где-нибудь плавает, там на дне. В легкую вообще. Так, всю эту воду надо тоже пройти. Единственный глаз навсегда закрылся. Кричат. Так, ну допустим, здесь ничего. Ладно. Пачками ложить хорошо. Янтарная падает. Ну,
я не думаю, что в секрете оно есть. Хотя можно было какой-то квестовый предмет спрятать в секрет, особенно вот как, когда говорят об укромном каком-то месте. На четвертом уровне секрет они взяли. Не нашли. Пока. Либо его там нет. Так, тут понятно. Смотрите, какие тут листы хорошие, вытираться удобно. Сюда можно было сходить. Так, ну все. На пятом уровне я пока его не нахожу. Снова на четвертый. Скажи мне. Ищу я урочье говно. Ну где же спрятано оно? Так, ну орки не летают. Наверху вряд ли оно. Так. Проходим воду. Вот как ты можешь так проскакивать монетку? Ну, это плохо. Ты же так можешь и квестовый предмет проскочить. Вот там вверху вот эта отдельная комната. Надо туда еще наверх, наверное, запрыгнуть. Там получше посмотреть. Ну, вот тут угол. Со сломанным деревом. Ничего. Так, в этом углу чисто. Спасибо. Ну, сюда бесполезно, в принципе. Тут мы смотрели. Сегодня фармим вместе за поиском экскрементов. Здесь нет. Yeah.
Так, пойдем наверх. В ту комнату. Тут, ну, тут сохранение, оно выше. Чуть-чуть не успел. Давай, давай, быстрей. Тут надо было сделать цепляние за стену. Тут. Взяли, наверное, и спрятали. Ну вот, какое развесистое дерево. Здесь просто лучше место во всем лесу не сыскать, чтобы сесть и сделать дело под корни. Но нет. Надо, наверное, сохраняться и начинать проверять подводные недра зеленой жижи. Пойдем на третий. Давай, давай, давай. Смотрите, как он агрит. На глаза. О, здорово. Не, мне нравится, что хорошо запрятали. Интересно. Так, под той стеной я не помню, падал я или нет. Поэтому упадем. Вот здесь. Уровень 3. Почему там нарисовано сломанное дерево слева? И вот там еще внизу дерево, такое причем, то есть далекое, наверное, вот как, может, под каким-то из этих деревьев. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. О, взорвали. Да, опять вошел. Давай, 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 выходи из-за пары. Ну давай, 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 ну, ну, ну. Сам можешь. О. Интересно, если, находясь в такой запаре, сохранится... А потом загрузиться, может, он никогда из нее не выйдет, а так можно себе игру запороть. Это интересно. Я здесь был, да? Тут тоже, кстати, дерево. С чего я вообще взял, что он ходит под дерево? Договорилось или это я уже надумал себе? Туда. Ну, кстати, судя по кротам, мы там большую часть локации уже прошли. Если, конечно, кроты есть во всех локациях, помогающие быстро добраться. Так, внимательно.
О, смотрите. Нет? Ха, так подсвечено. Может, под каким-то деревом действительно вниз надо посмотреть? Может, он их там закопал? И надо головой пробить. О, это... Я люблю, когда вот так вот, да. Тут был злой фонарь, если я правильно помню. И вот даже не знаю. Ну, так ничего не видно под водой. Не ныряем. Это дерево оказалось бесполезным. Слушай, я теперь всматриваюсь в землю, где ее пробить можно. Да чтоб ты жил 100 лет. И не умирал в зеленой жиже. Слушай, орк тут не ходит к тебе под дом? Как Людвиг Аристархович. Нету тут у тебя. На крыше. Орочьих подарков. Так, что-то выкупить можно. Немного денег накопили. Давай пиво. Так, ну да, вот что-то еще скупили. И все же. Тема экскрементов не раскрыта. Пойдем наверх под то сломанное дерево. Ну, я ж там был. Маловероятно, что там что-то я найду. Тут что мне подсказывают, что либо какой-то секрет надо искать, либо пробивать где-то землю. Спасибо. А? Как технично сейчас. Монетку оторвали! И по-аматорски упали. В итоге все равно. Так, что за живучесть у тебя? Надо с прыжка бить. И с прыжка урон прям веселее. Ложится с двух ударов, а там даже с четырех вроде не лег. Так. Янтарная выпала, выпей. Да что ж такое? Нанизали по полной. Давай еще кружечку. Может, подпнем? Да нет. Так, мы с вами на третьем еще есть. Второй и первый.
еще одно дерево. Ничего. Надо же. А вон еще одно дерево. Может, они не зря нарисованы, типа... Проверяй. И одно из них кажется нужным. И оно тоже в углу, и довольно в укромном. Так, я еще сейчас... Сейчас хочу еще раз пойти послушать, что он мне скажет. О, я ж там еще в углу, помните, монету не достал, да? Вот так. Может, там можно будет собраться, используя новую способность. Ребята, я хочу вопрос по фекалиям сегодня закрыть. Это вопрос приоритетный, первоочередного порядка. И здесь как бы... Нельзя отпускать правительство на каникулы, пока мы это не решим. Сюда давай. Так, ну тут я был. Еще янтарная. Замечательно. Лежит что-то или меня уже... Не, у меня уже глючит. Так. Неприятно, но бывает. Так вот, об это не хочется дамажиться. Да за что? Хорошо, что по пути было сохранение. Как я первый раз на нее налетел. Второй раз тоже. Монетку оставил кому-то на счастье.
Так. Искупался в кислоте. Ну, хоть ведро от ржавчины очистил. Я с ним поговорю и умру. Сразу оттуда загружусь. Если добегу, конечно, до него. Хотелось бы. Так, тут опасность. Ай! Да... Чего ты не прыгаешь? Что ты за издеватель? Качественный издеватель. Да. Да, это я вспомнил. Ладно, умираем. Идем еще под то дерево. Если нет, значит... Давайте умрем, чтобы у нас у трупа восполняли жизни. Вот так. И труп восполняет жизни. Здесь вот тоже дерево. И оно, видите, уходит под воду. Но если в ту воду мы падаем, то оно моментально гаснет экран. И то точно не может быть. Зачем вот эти деревья нарисованы какие-то отдельные? Может, какой-то квест с ними будет? Ладно, все, иду сейчас туда. И потом, если что, кроту... Зачем нам кроту квест? Надо сначала сдать. Который уже... Можем сдать. Тут два угла. Так, давай, я помню. Да что ж такое? Коснулся, все равно его умудрился, даже когда он в неактиве был. Не вовремя развернулся так.
Еще одно укромное место. Укромнейшее просто. Но нет. Ладно, ладно. Тогда, друзья, поищу потом. Идем сдавать то, что есть. Может, просто нужно будет что-то отрыжкой пробить. А я тут в поиске ввязался конкретно. Так. Ты прям налетел. У меня янтарного много, но я пока обычная. Нам же... Вообще, с этим рывком вот такие углы попроверять, конечно, надо. Мы раньше их не достигали. Раз, два, оп. Вот я про такие говорю. Так, а в этом магазине тоже не все куплено, видимо. То есть мы купили все в магазинах Светлого леса, в подземелье. Тут еще надо скупать. Чё творишь? Это просто локация. Посмотри на монстров темного леса поближе, надо было назвать. Так. Так, ладно, перья покупать во второй стак. Пока, думаю, не надо. Все, давай мы к тебе тоже позже вернемся. Угол проверим. Вроде чисто. Так. Кто-то совсем взрывается. Не только на той локации. Подкрасим лес. Ай! Я же чувствовал. Я же подкрасил лес. Так, ладно, в магазин не идем пока. Куда ты так? Я подкрашу лес сейчас. Весело.
Так, только... Где эта гадость? Да что ж, понаставили, а я позабывал. Пойду я сейчас после части в подземелье и там на торговцев остальных буду зарабатывать. Выпей монеты. У нас уже сейчас не останется места в нашем сундуке. То есть вот эти карты бесполезные сокровищ надо будет продавать. Либо продавать предметы, за которых мы получаем деньги. Там глаза всякие. Не хочется ничего продавать. Можно лучше купить второй сундук? Я готов на него денечек пофармить. Это не он. Так, как так-то? А где он? А где он? Надо вспомнить. Тогда отдача зелья отменяется, друзья. Тоже в следующей части. Так, это мы сейчас на каком уровне? Тут. Пошел я в город, все это сброшу, потом пойду пофармлю, и в следующей части мы найдем, я думаю, если это возможно с имеющимися способностями эксперименты, вот, отдадим зелье. Ну а сегодняшняя часть вот такая, по продолжительности хорошая, надеюсь, вам от этого тоже было хорошо. До встречи.